Минулого року у Харкові стартував благодійний проєкт «Зіркові казки. Історії, що допомагають вірити та жити». Небайдужі люди написали казкові історії та видали книгу, щоб допомогти дітям, які страждають від онкологічних захворювань. 15 жовтня у Єврейському культурному центрі «Байдан» було презентовано вже друге видання «Зіркових казок». Паліативна допомога – це підтримка чоловіка, чий життєвий прогноз все-таки обмежений. Свої казкові історії подарували дітям письменниця Лада Лузіна, поетеса Світлана Горбунова-Рубан, співачка Марія Бурмака, композитор Володимир Бистряков та багато інших відомих українців. Нам потрібно будити общество, нам потрібно призивати общество, нам потрібно просити общество, щоб вони участвували в таких судьбах і в таких процесах, тому що, к великому сожалению, государство не способно все обеспечити то, що потрібно, для таких сімей в случае возникновения в них такой большой бед. Допомога прийшла навіть з Ізраїлю від керівника відомої клініки Стаса Андросона, колишнього харків'янина. Він передав памперси та ліки для дітей, які потребують паліативної допомоги. Когда я услышала об этом проекте, я сразу же у меня пришла идея всех друзей собрать в этой книге вот Светлану Александровну Горбунову-Рубан, Владимира Юрьевича Быстрякова, Ладу Лузину. И никто из них не отказался, чтобы поучаствовать в этом проекте. Даже друг из Израиля, который хозяин большой клиники медицинской, он тут же сказал, что мы готовы участвовать, присылайте адрес, мы готовы дать лекарства, дать памперсы больным детям. Попросили препараты химиотерапии, противорвотные, те лекарства, которых сейчас нет в отделении, в том числе и памперсы, и памперсные пеленки. У нас сейчас несколько маленьких деток, и есть взрослые дети, которым тоже нужна такая вот специфическая помощь. Мне кажется, помощь онкологическим больным и детям в том числе должна стать в нашей стране системной. Если вы будете ежемесячно жертвовать, пускай самую небольшую сумму, может быть 20, 30, 50 гривен, но делать это ежемесячно, и будете передавать это определенному фонду или волонтерам, которым вы доверяете, это поможет и в закупке медицинских препаратов, і в другої допомоги таким дітям. Серед авторів зіркових казок і маленькі харків'яни, які мужньо боролися з недугою та перемогли. Когда я заболела, для моєї сім'ї це був, звісно, дуже великий шок. Мені тоді було 11 років, але благодаря людям, це були колеги по роботі, друзі, сусіди і просто люди, вот, благодарим, мы поднялись вверх, мы переступили через этот большой край. Вот. Я бы хотела им сказать спасибо. Есть фраза в психологии у Антонио Менегетти, что здоровый ребенок счастливый может быть только тогда, когда его родители счастливы. У меня сейчас возникла такая вот аналогия, что нам всем нужно вернуться к жизни, и нам нужно вернуть в нашу специальность, в медицину, эмпатию, сочувствие. То, что мы утратили, к сожалению, в погоне за материальным комфортом и за всеми прелестями цивилизации. Казки народжувалися легко. Хотілося, щоб вони були світлими та добрими, говорили учасники проєкту. А головне, щоб підтримали вогник надії в маленьких серцях і допомогли дітям побороти хворобу. Сказка написала дуже легко. Після посещення такого медицинського центру, де я допомогла своїй подруге, по суті, посиділа вместо неї з больним дитином, і розказувала різні історії, які тільки приходили на ум, я мимоволі, мабуть, сама в течение нескольких минут сочинила вот такую вот простую сказку. Это история одной маленькой электролампочки, которая, несмотря на то, что она перегорела, очень хотела радовать людей дальше. И таким образом она превратилась в елочную игрушку. То есть сказка эта написана на почве этой реальной истории, потому что Вторую мировую войну елочные игрушки не выпускали. И люди делали, чтобы украшать елки, игрушки из обычных перегоревших электролампочек. Сейчас среди коллекционеров эти игрушки очень ценятся. Я собираю старинные елочные игрушки, мечтаю открыть когда-нибудь музей Нового года. Вот. И вот как бы так эта игрушка стала моей вдохновительницей и, видимо, рассказала мне свою историю. Здесь выстроилась целая цепочка добра. Начиная от авторов сказок, издателей книг, тех, кто придумал этот проект, тех, кто его реализовывает, заканчивая теми, кто купит эти книги, и потом эти деньги пойдут на благое дело и на помощь, прежде всего, детям, которые в ней нуждаются. Конечно, я не могу не участвовать в этом проекте. Это часть моей жизни.
Під час презентації весь тираж книг було розпродано. Зібрали майже 13 тисяч гривень, які будуть витрачені на медичні препарати для дітей, що проходять лікування від онкологічних захворювань. В прошлом году ми сотрудничали з одной больницей, з обласною клінічною больницей номер 1. Вот в этом году мы еще хотим с городом тоже сотрудничать, то есть с 17-й детской больницей. То есть вот мы пытаемся как-то помочь двум больницам, двум детским отделениям онкологическим. А когда корабль приходит к пристани, там, где волны падают в песок, встретят путешественника принца маленькая девочка Ассоль.